Всем привет! И снова The Brush. Давайте разберемся, как импортировать UV-развертку с модели. Давайте сейчас проделаем то, что в прошлом видео. Нажмем The Plugin, нажмем UV Master. Теперь давайте нажмем копии UVS, вот эту кнопку. Вот она появилась. Теперь нажмем Check Sams. Немного подождем. Сейчас он загрузится. Вот уже прогоняет. Посмотрим, как она сейчас себя поведет. Как это дело сохраняется. Продолжим разбивать на этапы полностью работу в The Brush. Теперь что нам нужно? Мы открываем нашу раскрашенную модель. Вот она. И проделаем с ней еще пару манипуляций. Зайдем в The Plugin опять. И теперь нажмем Past UVS. Прикрепим нашу развертку к модели. Опять это занимает энное количество времени. Вся работа в The Brush это в принципе ожидание. Где-то что-то загружается, прогоняется. Так что запаситесь терпением. Теперь давайте зайдем в текстуры Map. Вот эта вот кнопка. Нажмем кнопку New from PolyPaint. Сейчас появится вот наша развертка в окне. Теперь что нужно сделать? Нажать Clone TXT. Нажимаем. Вот наша развертка появилась в текстурах. И теперь ее можно отсюда сохранить на компьютер. Нажмем Export. Вот она высвечивается, что файл Photoshop PSD. Нам он не нужен. Давайте сохраним JPEG. Вот, поменяли мы. Выбираем, куда будем сохранять. И жмем сохранить. Высвечивается вот такое окно. Вот так мы его можем регулировать. В принципе, когда мы сохраняли модель раскрашенную, делали ей внешний вид, игрались тут со световыми эффектами. Вот это, в принципе, то же самое окно. Жмем ОК. Все, пошло сохранение. Модель сохранилась. Теперь мы можем закрыть это дело. Давайте теперь еще вспомним вот этот UV Map, что он делает, да? Жмем Morph UV, UV, вот это, вот появилась наша развертка. Вот так она выглядит. Вот такую развертку мы сохраняем на компьютер, чтобы потом пользоваться вот этими текстурами, накладывать ее на модель, прикреплять к модели. Так что вот такое дело. Отключается она тоже Morph UV. Вот мы ее отключили. И вся работа с разверткой, после того, как мы проделали некоторые манипуляции с моделью, вот UV Master, это вкладка The Plugin. Вот здесь мы с вами и делали все это дело. Здесь вот Flatten просматривается прикрепленная развертка. И дальше что? Вот эта вот кнопка нажатая позволяет нам раскрашивать модель, менять, показывать, где и как хотели бы мы, чтобы развертка была, а где ее не было.
Вот так мы все это дело делали. Посмотрите прошлое видео. Давайте теперь посмотрим еще одну фишку, которая есть. Давайте еще посмотрим, что здесь можно делать. Вот, допустим, мы открываем The Plugin. Есть тут кнопка Density. Вот это. Вот что она делает? Она позволяет увеличивать текстурное пространство. Допустим, вот развертка у нас есть, и мы хотим сделать больше лицо. Развернуто больше. Вот мы нажимаем на Density, жмем, допустим, вот два раза и начинаем это дело закрашивать. Вот так мы это дело закрасили зелененьким цветом. Вот это дело должно у нас выйти больше. Затем мы жмем опять же UV Wrap. И она у нас прогоняется. Все, вот она у нас почти закончила прогоняться. Еще грузит. Проходит определенные этапы. Давайте сейчас посмотрим, как изменилась наша UV-развертка. Есть еще много тут нюансов, конечно. Вот где вот эти линии идут, там вот развертка у нас развернулась. Допустим, от модели тоже многое зависит. Как сделано, где у нее... Можно сделать развертку, нет, программа высчитывает это дело, вы ее корректируете, наносите. И все, работа поперла. Все это, в принципе, занимает хорошее количество времени, если вы работаете над моделью. Все вот эти вот прогоны, все эти переделы. Очень много уходит времени, конечно. Но оно того стоит, это прикольно потом видеть свои работы, смотреть, как все получилось. Модель у нас прогнала это дело. Дальше очень много времени заняло. Не буду я показывать дальше. Посмотрите прошлое видео. Я просто объясню, как это все делать. Нажимаете опять UV Master. Вот когда она прогнала. Жмете копии. Вот эту кнопку, чтобы заменить прошлые текстуры. Вот это все снятое. Высвечивается полностью вот эти кнопки. Жмете Flatten. Просматриваете. Потом опять открываете нашу модель раскрашенную и прикрепляете к ней вот эту текстуру Past UVS нажимая. И потом вы с ней опять же работаете UV Map и текстура Map вот в этих кнопках. Все это опять же повторяете, сохраняете. Все то же самое. Все, всем до свидания.